А сейчас я продемонстрирую, как из килограмма свиное сало без шкиры, которое стоит 77, получить не только жир, смалец, а еще и шкварки. Время пошло. На газовой плите мы это порезанное сало топим. И у нас сейчас получится режим ожидания. Прошло около 10-12 минут. Тщательно помешиваем. Не на очень сильном огне. Ожидание. Прошло более чем 30 минут. Мы уже имеем растопленный жир, который надо перелить в банку.